каждый день, выходя я на службу, не боюсь ни гроза, ни грозы. Постою я у граждан на службе, буду рядом, ты только зови. Я всегда помогу в час суровый, я всегда буду рядом с тобой. Я твой друг, я твой участковый, буду рядом, ты только зови. Надеюсь, я добро принес вам всем сегодня своими словами. Дружище участковый, сегодня здесь, для вас, для всех и вместе с вами. За год я научился многому. Могу стрелять из разных положений, задерживать. И каждый мой рабочий день с развода начинается. Ориентировки, сводки, звонки на пути. Крик сирены в жизни, не с экрана. Спокойно спите, люди, мы с охраной. Нелегкая судьба у нас. Бронежилеты, каски, автоматы, сработки, вызовы, тревожки. Не скрою я, когда скажу, что нравится мне это. Итак, мы можем еще раз посмотреть на этих умных, отважных и сильных парней. Я не ожидал таких самопрезентаций от сотрудников полиции. Видимо, мы не все еще о них знаем. Итак, каждый из вас, уважаемые телезрители, уже, возможно, определил своего героя, своего суперполицейского.